И я объявляю начало торжественного парада. Аплодисменты!
А я передаю микрофон Михаилу для небольшого напутственного слова. Всем доброе утро, надеюсь, что вы все проснулись. Я был в субботникратор. Все без исключения, кто сегодня выходит в первом отделении, просто обязаны быть в танцевальной обуви. Если у вас такой обуви на ногах нет, то обязательно перед первым туром сделайте это и переобуйтесь. Ну а так, легкого вам паркета. И слово организатору. Друзья, да, добрый день или утро, еще у кого как. Во-первых, да, я хотел поблагодарить всех, кто пришел сегодня на этот турнир. Вот я надеюсь, вы получите заслуженную награду, вы выступите так, как хотели, и займете желаемое место. Ну и покажете все, к чему вы готовились. Вот, дорогие друзья, немножко по организации. У нас сегодня выполняется построение заходов. Во-первых, вот девушка Юлия замечательная. Она вот там, в коридоре, будет строить заходы. Это значит, что когда первый заход танцует, второй уже строится. Второй танцует, строится третий. Это позволит нам существенно сократить время между заходами и уложиться в тайминг. А как обычно, информация в кафе в правой стороне, там же туалеты, напротив кафе камера хранения. Вот, а водичка около женской раздевалки. Улыбки у вас, хороший танец также с вас, но если какая-то нужна будет дополнительная информация, меня всегда можно найти в судействе, или где-то вот здесь около держи еще не комиссия, ошибаюсь. А, кстати говоря, еще небольшой такой повод. Сегодняшний Кубок РСХ у нас идет 10-й, но можно сказать немножко юбилейный. В общем-то, с чем я очень... Уже АСХ, ассоциация была организована в 2007 году, и, в общем-то, тоже вот немножко юбилейный. Хотя первый Кубок РСХ назывался как чемпионат АСХ. Он не назывался Кубок. Кубок он был с 9-го года. Но в любом случае, я думаю, что в этом юбилейном турнире, он для нас юбилейный, для членов РКСК, наверное, надеюсь, что для вас тоже, вы действительно покажете все, к чему готовились. Ребят, легкого паркета, ну и давайте не пухнем. А я забыл представиться, меня зовут Андрей Олегович. Я сегодня буду очень добрым ведущим, за исключением нескольких моментов. Если вы будете опаздывать или выходить в свой заход, то вы будете сразу вылетать с турнира. Поэтому внимательно следите за номерами заходов, проходите на построение, не опаздывайте на построение. Каждый раз, когда объявляю вас лишний раз, а у вас микрофон, один котенок дома у Сережи плачет.